Если вы смотрите это видео, то значит вы зарегистрировались в группе компании Skyway. С вами или без вас, но холдинг Skyway очень стремительно развивается и набирает обороты. И в этом видео я коротко расскажу вам о последних новостях в компании. О том, что было сделано за четвертый этап развития. А всего, согласно бизнес-плану, у компании 15 этапов до выхода на IPO. После чего каждый акционер сможет продать свои акции или же получать пожизненные дивиденды, сохранив их. И разберем, что такое счастливые инвестиционные дни и почему они выгодны для вас именно сейчас. Итак, поехали. Коротко веду вас в курс дела по основным моментам. Согласно бизнес-плану, холдинг Skyway имеет 15 этапов развития. 15-й этап заканчивается в мае 2017 года. Сейчас подошел к концу 4-й этап развития. И 4 августа начинается 5-й этап. Что это значит? Группа компании Skyway достигла поставленной цели и движется вперед. А что это значит для инвесторов? Так как риски уменьшаются, Skyway теперь не является высокорисковым предприятием. Соответственно, чем меньше рисков, тем ценнее становятся акции. Приведу пример. На первом этапе развития вы смогли бы за 10 фунтов приобрести 1500 акций. На четвертом этапе только 500, а на пятом уже менее 400 акций. Теперь о новостях. Я коротко расскажу вам, какая колоссальная работа была проделана за четвертый этап развития. Мы получили не один, как планировалось ранее, а два участка земли в Республике Беларусь. В Мариной Горке для создания тестовых комплексов Skyway и второй участок в свободной экономической зоне Могилев для создания собственных производств инновационных компонентов Skyway. В настоящее время на этих участках уже ведутся инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы. Перед вами коллектив проектно-конструкторского предприятия «Струнные технологии». Этот коллектив высококлассных специалистов, лучших в своем деле, за год собрал в Минске генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. В ближайшее время планируется увеличение штата сотрудников до 175 человек. 15-16 июня 2015 года были заключены контракты по инициализации адресных проектов. Общая сумма контрактов составила более 70 миллиардов долларов. На своем экране вы видите названия предприятий и на какую сумму были заключены контракты. Представители группы компании Skyway во главе с генеральным директором Анатолием Эдуардовичем Юницким посетили Колумбию, Объединенные Арабские Эмираты и ряд регионов России, где были заключены договора о намерениях строительства транспортной системы Skyway, превышающей 10 миллиардов долларов. Сотрудник одной из крупнейших мировых инжиниринговых компаний Parsons Brinckerhoff выполнил технико-экономическое использование систем струнного транспорта для пассажирских перевозок в Новом Южном Уэльсе, Австралия. В самой компании штат сотрудников составляет 14 тысяч человек. И вот какие основные выдержки из исследования он опубликовал. С точки зрения эксплуатации, струнные транспортные системы также экономически выгоднее по сравнению с обычным железнодорожным транспортом, с меньшим расходом топлива более чем на 90% на одного пассажира и сокращение выбросов 70%. Потенциальная финансовая выгода от использования этой технологии способствует принятию решения о целесообразности внедрения струнных транспортных систем для пассажирских перевозок в Новом Южном Уэльсе. То есть они одобрили. Кроме того, за прошедший период Skyway наладил тесные партнерские связи с множеством инвестиционных компаний, которые с помощью краудинвестинга привлекают средства на развитие и реализацию проекта струнного транспорта. Ну а теперь давайте рассмотрим, как влияет изменение этапа на количество акций в вашем инвестиционном портфеле. На вашем экране вы видите две таблицы. Слева это четвертый этап и справа пятый. Почему такая разница в количестве акций, спросите вы. Как я говорил ранее, так как риски уменьшаются, Skyway теперь не является высокорисковым предприятием. Соответственно, чем меньше рисков, тем ценнее становятся акции. И у меня для вас есть три хорошие новости. Первая новость. У вас сейчас все еще есть время приобрести весомый пакет акций по выгодной для вас цене. Вторая новость. Счастливые инвестиционные дни дают вам возможность получать плюс 50% к выбранному вами пакету. Начинаются эти дни с 29 июля и продлятся всего несколько дней. И третья новость – это промокод. Дает вам дополнительно 1% акций к выбранному вами обучающему инвестиционному пакету. Внимание! Количество промокодов ограничено. Всего их 100 штук. На вашем экране приведена таблица. Для сравнения на ней вы видите, сколько акций вы смогли бы приобрести в четвертый этап развития, без промоушена. Сколько вы сможете приобрести с промоушеном, то есть счастливые инвестиционные дни. И сколько вы сможете приобрести акций за ту же сумму, но уже в пятом этапе. Как вы видите, покупать сейчас очень выгодно, почти что в два раза. Давайте рассмотрим обучающий инвестиционный пакет 7-7 за $500.
Инвестировав сегодня $500, что равняется 30 тысячам рублям, вы увеличиваете свой инвестиционный портфель на 110 тысяч акций. После выхода на IPO, а согласно бизнес-плану это май 2017 года, мы с вами это помним, вы сможете продать свой пакет акций за 110 тысяч долларов, что равняется 6 600 тысячам рублей. Минус ваши скромные вложения 30 тысяч рублей. Итого ваша чистая прибыль составит 6 570 тысяч рублей. Чтобы узнать подробности и получить промокод, который даст вам 1% дополнительно, свяжитесь с человеком, который дал вам это видео. И помните, с вами или без вас, но мы движемся вперед с огромной скоростью. Присоединяйтесь к нам, пока не поздно.